Украинским силовикам удалось найти на территории одного из жилых районов Луганска большая вербовка. Данную информацию распространил спикер информационно-аналитического центра СНБУ Андрей Лысенко во время брифинга. Лысенко сообщил, что 16 августа после тяжелейшего боя за жилой район Большая Вербовка в городе Луганске украинским силовикам удалось взять под свой контроль здание Жовтневого райотдела милиции, а также поднять над ним украинский флаг. Также спикер рассказал, что силы АТО продолжают продвигаться вглубь города для освобождения остальной части Луганска. При этом Лысенко отметил, что на территории города работают только специальные подразделения и наземная разведка. Ополченцы не прекращают обстреливать позиции сил АТО на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр АТО. Так, аэропорт Луганска был обстрелян из градов, а также обстрелом подверглись позиции украинских силовиков в районе поселков Пески, Новоанновка, Старобешево, о чем сообщает пресс-центр. Кроме того, минометные и артиллерийские обстрелы были совершены по позициям украинских пехотинцев в Веселой горе, а также Красногорновке. В свою очередь, спикер информационно-аналитического центра СНБУ Лысенко в очередной раз заверил, что силы АТО не используют бомбы при проведении операций по освобождению городов от террористов.